У меня вопрос, А откуда что-то независимое. какой-то чувак из МГТУ знает этот самый Как данные с от оружием? Подожди, Арпинника? так Допустим, я у ж нас. по-любому выигрываю там. Ни одни У из нас них, ни третьи не логотехи. должны меня убивать. А у меня задача выжить. Не понял. Независимость. Не понял. Все, а ты, короче, под пули бросайся без. Ты уверен, что не бросайся точно. Ну, броситься, знаешь, на самом деле будет бегать между каждым. Бисмут, беги в воду. Метка появилась. Где? А, вижу, да. Ага. Сайт Антас. Сайт Антас. Кос. Блять. Мы поняли. Юго-запад от нас, короче. Наши, выезжайте. Ну я понял, я жду тут людей. Так, где кто со мной приехал? Дефендер, который на гавь стоит, забивает. Один есть ли еще? Да, сейчас лезу, достань. Слева вот эта высота, может с нее посмотрим? Сувы, у нас сувы. Встретили сувы на коричневом маршруте. Ехали на Панамагонь, как поняли. Встретили два сува на северном маршруте. Сув, тормози, Доедем. Они что, не вставили, по-моему? Стоп, метка обновил. Метка сместилась восточнее, прям по прямой на восток идет. Он уехал. У нас метка стоит. Так они сувы на нам. Сув на нами. Короче, рядом с сувами метка появилась. А да, я походу взять. Уазики! Сзади нас! Я чувствую, в полном составом это будет дичь просто. Лучше никшо не стоит дичь. Масли. Так, сзади еще был один, но я его, по-моему, не. По мне огонь! Сзади огонь! Гора. Подстрелен. Мы атакуем тихом, да? Север. А со стороны откуда УАЗик приехал, там что-то еще робот был, крупный калибр. Север, знаешь, где-то здесь. Вот пулемет, ой, класс. Да. Пойду займусь им. Вот это зря. Какой живой, что есть, а? Так, я живой, по мне был огонь, не знаю откуда. Лобит. Я жив. Убил одного. Сейчас еще одного будет. Гражданский бизнес? Да. Мы их увезли уже. Мы вообще ехали, я думал, это бисмут на машине. Да им просто получили такую в рожу смачную. Куда надо было сажаться уже? А я выпрыгнул. Она была дальше ехать, у тебя же быстрая машина. Не, самый прикол, что я высадился, когда мы остановились, то есть я высадился и сразу же получил в лицо. Миска бодрая получилась, да. Из-за этого освещения надо, наверное, поярче сделать. Ну, я подумаю, что сделать нужно. А то я вообще ничего не видно. Да, согласен. Смотрю, идея враг, я вообще не знаю, как у него с калаша отстрелял сюда. А он пешком просто должен бегать? Или на машине? Ну, он в аэропорту появляется.
пешком, без ничего. А, тогда понятно. Не круг сделали. А красные все, что ли? Все сгорели? Да, мы все умерли. Мы высадились и получили в рожу. А, понятно. Просто останавливаемся, из пулемета трех, наверное, по нам начали получить. Это серьезно. Не, мы еще отстреливались там, я лежал. Ну вы успели, я, то есть, когда мы первый раз остановились после поворота, я такой выхожу и просто не успеваю даже развернуться, как я из машины. Когда вышел, я сразу получил. Это уже мертвый вышел, да? Ну, серьезно. Там Джордан кому-то на там бегает. Это Паша, да. Да. Лол, у меня просто машина бисмута боком валит. Макло лагает, в принципе, все равно так. Мы такие просто ехали на точку, и ты смотришь, точка перед нами. На карте. Куда ты сейчас? Да я нашел надо. Нашел проблему. Сейчас, если заедут в зону эвакуации, допустим, на это, на Суви, на зеленый, то будет победа за. Ну, в принципе, туда заезжать навряд ли будут. Ладно, можно. А где тут? Можно. Смак-бак-бак. Одна на с южном East Side Port, ну где вы появляетесь, mm-hmm. Красная. А одна на вот этом северном. Да, другая на северном. Ладно, мысли. Outpost West, который. Ну вот они сейчас там едут, они вокруг объезжают, mm-hmm. То есть, в принципе, если они туда не заедут наверх, то mm-hmm. Все нормально. А они, по-моему, туда едут. Да. А может и нет. Или бы ворона сейчас встретит. Да. Ну сзади еще машина подъезжает. Ворон слышался. Сейчас побежал. Их положит. Не увидел, когда они убежали. Они сразу убежали. Что мы сейчас захватим или нет? А что их захватывать так? Что с ней делать? Не знаю, на остров. Покататься? Еще одна. Он охренел там уже, наверное, от машин, количество машин. У них там ДТП сейчас разбираться. Да-да-да. Дагестанцы приехали. А, это... Представляете, что было бы, если красная сторона бы не сгорела. Да, еще бы мы сейчас подъехали. Там просто дичь. Врачатку поставил. Ворон бы не понял прикол. Возле него все синие бегают. Да, и значит с правой стороны просто красный выбегает еще один. Да. Ползет весь в крови. Сейчас его спалит Райхт. Он слышит, он бегает. Ай-яй-яй, с ним нет. Что-то Райк не понял. Не попал. Это было близко. А Банзай что-то заподозрил, наверное? Да, да, бежит. Кто-то залит. Не. Этот, а куда у меня все видео, что пропали? Что я сделал? А, в этом спектаторе? Да, да, да. А, этот, тап нажми. Райк, залип кнопка. Нажми капслок. Или там у тебя активация голоса. До меня. Райк! Не, его, конечно, с канала можно просто кинуть. Ну, либо так. Не убили ворона пока? Ворона Банзай местами. А, понятно. А ворон такой симпатичный мальчик. Ну посмотри, такое ощущение, что он из этих, как они? Деревенский такой. Не, он шотландец, видишь, смотри, у него такая шляпа, только юбки не хватает. Я скажу так, у него скин тот же самый, что у Ливрекса. Там гражданин один у нас. Одиозный.
Так вот кто у нас пивли. Это ворон. Вот и тюзы ранее. Тюзы. Бисмус совсем ничего не боится. Да просто он дурачок, просто он знает, что если его убьют, проиграет. Вот он и бегает между всеми. Вот серьезно, я бы видел бы перестрелку, бегал бы между всеми, серьезно. Через голову. Он сидит тот самый, смотрит на закат, короче. В первых местах, да. Наслаждается. В первых рядах. Жалко этого, чата не слышно, сидит там, наверное, напекает. Да. Зря манзер бегает. А, красотень-то какая. Сейчас опять, наверное, местами поменяется. Бонзай туда прибежит, а ворон туда. Да, по ворону мы так вот что-то работали. Блин, да ворон, ворон живуч. Козел. Шотландец вонючий. Слышь, Паша, а есть возможность заменить какое-нибудь оружие на эту, на дудку? Надо найти. Нужно было заменить. Господи, сколько машин-то понагнали. Да, да, еще там стоит. Уже рядом дагестанцы. Вот это правильное решение. А, там бонзайчик. Улица, блин, 1 января. В шоке что-то сижу. Бонзай пойдет его спину убивать. Да, идет. Бонзай решил издалека. Чем бонзай делает? Он издалека смотрит. Я помню вот эта вот карта, там где 2 Т-55 и БМПхи, когда выхватывает там. А, битва на мишарах, или как это правильно называется. Мне нравится, просто сидит бонзай, короче. Чисто рожа из двора торчит. И на нее смотрит просто 4 этих самых. 4 противника. Он такой сидит, поворачивается и тут со всех стволов, и я его успеваю добить. Потом бегу, бегу. Поворачиваюсь, хоп, резко направо, такой Шульман такой, я ему помахал и давай его очистить в лицо. А на этой цепи миссии... Можно там как-то, Паша, на той миссии заменить Т-55, или он только в одной раскраске идет? На мишарах. На мишарах. Покрасить другую? Да, потому что смотри, там, то есть пустыны у одной и у другой стороны. И когда выезжает танк, ты не знаешь, где свой, где чужой. Так на меня просто танк выехал, этот самый, противника, и я не знал, твой чужой, потому что связи у меня не было. Я вот стоял и думал, стрелять, не стрелять, пока не увидел пуск со стороны своих. Там текстуру может можно назначить, не знаю. Посмотреть. Либо его сделать чуть-чуть темнее, ну, даже не перекрасить. Да там проще какой-нибудь ящик к нему приотачить, или еще какую-нибудь хрень, чтобы можно было распознать. Ворон бежит на бонзай. Пацаны, а кто на УАЗике был? Кого ты стреляли? Давай. Ой, иди в жопу, братус. Да потому что не видно из-за этого освещения ничего, откуда стрелять. Она, кстати, меняется. Я также выезжал и на нас суп выскочил. Я не успел на него довернуть, чтобы ему колесо сбить. Слышим, потом УАЗик на нас мчится. Просто встречали вас в наглую, в лоб. На горочку свернул пацан, едет просто по горочке. ГПХи в колеса, все летело. Да у меня перед лицом они взрывались и ничего не делали. Сейчас будет минус в лоб. Базан. Да. Блин. Все, убил даже. Суч. Убил мстителя. В голову. Ну там все. Ты знаешь, что возле тебя ворон противника-то пробежала? Дефендер, ну, он возле меня, короче, ехал, я там кого-то убил. Да. Не убил, я взорвал фигню, тип на нее отвлекся, я пора стрелял. Спину.
бок. А, ну это я был. С калашом, да? Да. А, нет, это я был. Фигни. Если с эмкой, то это не я был, а если с калашом, то я. У меня за это труба. Короче, вот у него трупа чей-то труп. Вы застрелил. Там медбога на обход. Да, с эмкой. А это эмка? Я не знаю, походу своего за этим килем. Бивает. А они же, я начал подходить, короче, у них с калашем. Вовремя у Мэддога вылетело. Сиди там сейчас как на ладони. Да они его не видно сразу. Ну. Да, Бонзай, не подведи. А, не понял. Какой-то якутец, а не Махно. Ну, кстати, за свою... Сейчас лицо поймаю, поймал. Только что лицом нормально. А после какого патча на рожах, короче, это глаза стали нарисовываться? Перестали? Нет, наоборот. Стали. Опять без сознанку. Тогда не было. Окно в голову попали и земля вызывала. Корпач вроде там. А чё это Бисмут? Смотри, короче, Бисмут барон оружия просто. А сейчас он это... отцепится. Бисмут-то совсем хорошо. Чё ему? Да, блин. Там кофе пьёт или... Мир, ему по ногам пострелял, и ниже мороженое, видишь, видишь? Он даже глаза... Его там по ногам пострелял. Пыхтили его на дальний угол. Бисмут, он вообще кайфует. Медитирует. Господи, что он глазами делает? Вот, Махно, похоже, не встанет. Вымело. Конечно, бинтов схватил. Уже третий раз без сознанка падает, ты чё? Мне уже бинтов не хватает. Пошёл топиться. Вальгал. Ему когда в голову попали, песок посыпался. Вот смотри, короче, ты карш за казаком был. За какую сторону карш был? За какую сторону ты был карш? Красный, мы умерли самый первый. Ну, УАЗики? Да, мы летели, я думал, что это... Да. Мы думали, это Бисмут на машине, мы и дальше ехали. Потому что из-за этого освещения... Самое, короче, было веселое, да? Вот, короче, там справа парень вылазит, я уже просто готов его прибить, у меня, короче, перезарядка, блин. Не, я ГП-то возле УАЗика, когда вылазил. Это я возле УАЗика справа стрелял по машине. Там в машине никого не было. Кто, походу, глюханул или что? Или это мы все уже не знаю. Да не, он уже в тяжелую. Сейчас пособить не будет, открылся. Вот тут вообще очень хуесло, очень отличный обзор. Да, против что смотрит. Ау, снег не упал. Это редиктор британцев или чьих? Я не знаю. Нет, они британцы. Чей? Да, американцы. Справа флаг на руке. Дуб? Может, дуб? А чё, инфа? Так, какой-то камуфляж американцев есть, я видел там большую... Там все типа камуфляжи будут. Ну, ты что написал рейнджеры? Может быть, я не знаю. Так нет, тут просто в чем фишка, тут скины можно перекрашивать, Бисмут их же перекрашивал, но там ошибка все равно оставалась. Да, это рейнджер. А что это банил, он выкрыл, да, все. Ну ладно, рубим, да. Ну. Бисмуту надо было им помочь, просто пойти зеленых поразить. Король зеленых победил, но они сразу просто приехали за ним и все и увезли. Да даже почти не воевал. А космос. Нету, я не могу никого убивать. Лол.